Долгое время поликлиника номер 4 в Засвияжском районе Ульяновска была перегружена почти в 3 раза. Стены учреждения уже не могли вместить жителей бурно развивающегося района. С открытием Центра охраны женского здоровья при поликлинике свои двери распахнул и офис врача общей практики на улице Ефремова, 58А. С материально-технической базой здания ознакомился губернатор. Я думаю, что у нас у всех одно общее мнение о том, что красиво. Шикарно. Я думаю, что, так сказать, и обслуживание будет очень хорошее, самое главное, бесплатное, да, в рамках государственной гарантии. Проект реализован в формате государственно-частного партнерства. Все медицинские услуги жители смогут получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. На данный момент у нас имеются врачи общей практики. В 2018 году у нас планируется прием узких специалистов. Это невролог, хирург, гастроэнтеролог, кардиолог, офтальмолог. Плюс у нас на данной базе будет проводиться УЗИ-диагностика, ЭКГ, проведение плановых профилактических прививок. Стены нового офиса могут принять от 350 горожан ежедневно. По мнению экспертов, учреждение увеличит процент укомплектованности участковой службы поликлиники номер 4 и снизит нагрузку до необходимого по нормам уровня. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.